машина проезжала по обочине и наехала на мину. Случился взрыв, пострадали люди. Машины, которые стояли рядом, тоже пострадали. Разорваны и окна, и много чего. Очень серьезное горе. Погибший мужчина, женщина. Мужчина разорвала, женщина погибла от осколков. Вообще страшно, потому что, блин, на обочине, даже, блин, боишься не то, что на обочине, с асфальта боишься, не то, что съехать, сойти, вот эти очереди. Ребенок, видите, он уже, блин, в истерике бьется, он уже не может этого всего выдержать. Если раньше хоть как-то пропускались с маленькими детьми без очереди, сейчас нужно вот эту всю километровую, десятки километров, нужно ее простоять. Ребенки, дети не выдерживают. И погулять нельзя с ребенком, потому что, во-первых, сейчас холодно, во-вторых, страшно.